После первого раза я ходил по лестнице вниз задом. Вот, а то, что я еще хочу сказать, это то, что это еще снимает стресс. Потому что современная жизнь, она полностью на утра, с 8 утра, когда я приезжаю на работу, и до 8 вечера, когда я тут уезжаю, постоянные позитивные, негативные стрессы, да? Вот. И после китайского бокса я хорошо сплю. После тайского бокса чувствуешь себя... А, кстати, как правильно, муай-тай или тайский бокс? Это одно и то же. Это одно и то же, муай-тай и тайский бокс. Вот. Прекрасный сон. На утро чувствуешь себя абсолютно другим, освежевшим. Вот. Ну, конечно, начало первого месяца достаточно тяжело. А потом как втягиваешься и уже чувствуешь, что без него очень тяжело. Когда уезжаешь в командировку и пропускаешь, к сожалению, то это очень тяжело.